Выборы президента России. Все о способах голосования. Отдать свой голос за выбранного кандидата можно разными способами. Онлайн жители 28 регионов могут проголосовать на федеральной платформе, а москвичи – на региональном портале. На другом участке выбор удобного участка доступен всем. Это позволит принять участие в выборах, даже если в дни голосования вы будете в поездке, командировке или отпуске. На дому доступно тем, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья, а также многодетным и тем, кто ухаживает за близкими. Чтобы голосовать удобным способом, выберите из доступных в вашем регионе и подайте заявление на госуслугах. Госуслуги проще, чем кажется.